Сегодня мы с вами поговорим о том, почему может пропадать грудное молоко. Тем не менее, во всех этих случаях хотя бы частичная лактация, как правило, возможна. Бывают женщины, которые говорят, ну, я не молочная, я кормила только до 2 месяцев, а дальше у меня молоко пропало и кормить я не смогла. На самом деле меньше 5% женщин реально может не выкормить полностью ребенка грудью. Всем привет, меня зовут Анастасия Сафина, и вы на канале онлайн-школы «Легкие роды». И сегодня мы с вами поговорим о том, почему может пропадать грудное молоко или почему мама может не выкормить своего ребенка грудью. Мы обсудим причины и что этому может способствовать. На самом деле меньше 5% женщин реально может не выкормить полностью ребенка грудью. Ну, изначально, то есть с этим связаны серьезные какие-то нарушения, например, дисфункция щитовидной железы, операции на груди, как правило, это уменьшение груди, когда перерезаются протоки, также это может быть большая кровопотеря в родах, при которой есть нарушение серьезной гипофизе, хотя и это иногда не влияет все же на лактацию, ну, по крайней мере, в глобальном смысле. Также могут быть нарушены гормональные пути и может быть какая-то недостаточно серьезная железистая ткань. Тем не менее, во всех этих случаях хотя бы частичная лактация, как правило, возможна. Бывают женщины, которые говорят, ну, я не молочная, я кормила только до 2 месяцев, а дальше у меня молоко пропало и кормить я не смогла. И это немножко не так, то есть если она кормила до 2 месяцев, ребенок прибавлял в весе, молока было достаточно, то по идее она могла бы кормить и до 2 лет, то есть изначально истинной гипогалактии у нее не было. И запомните, что недостаток питания, еды у мамы в наше время, в современном обществе, не является причиной истинной гипогалактии. Чтобы это влияло на лактацию, нужно, чтобы мама серьезно голодала. В наше время, конечно, практически такого не случается. Часто мамы говорят, вот я беременна, могу ли я кормить грудью, можно ли предсказать, что все будет хорошо и я смогу кормить грудью. К сожалению, точно установить, может ли мама кормить грудью, достаточно ли у нее молока, нет ли истинной нехватки молока, можно только когда уже мама родила и начала кормить грудью. Заранее это сделать нельзя. Среди причин нехватки молока также можно выделить прием некоторых лекарственных препаратов, поэтому вы можете сверяться со справочниками лактации, с консультантом по лактации, совместимы ли эти препараты с грудным вскармливанием. Прием противозачаточных препаратов также может влиять на количество молока, остатки, кусочки плаценты в матке и беременность. Но самые частые причины нехватки молока, на которую вы, кстати, можете повлиять, является неправильное прикладывание и неправильная организация грудного вскармливания. Например, когда мама дает соски, и ребенок меньше прикладывается к груди, меньше сосет грудь из-за сосания соски, когда мама дает воду, когда она соблюдает слишком большие перерывы в кормлении, когда она ограничивает время сосания ребенком груди и другие причины. Ну и как же понять, что молока действительно не хватает? Первое, на что вы можете обращать, это плохие прибавки ребенка. То есть, если ребенок мало прибавляет в весе, самая минимальная прибавка – это 125 грамм. При этой прибавке не докармливают ребенка смесью, но это все-таки, особенно в первые месяцы жизни, это повод разбираться, почему такая маленькая прибавка, и, может быть, что-то изменить в организации грудного вскармливания или в прикладывании. Прибавлять в первые месяцы жизни ребенок должен больше, ну хотя бы 160 грамм в неделю. Второй момент, на который вы можете ориентироваться, понимая, хватает ли ребенку молока, это мало пописов в сутки. То есть, если ребенок много писает, хорошо прибавляет, то, скорее всего, молока ему достаточно. И третий признак, на который вы можете ориентироваться, это стул ребенка. В первые недели жизни, ну как минимум 4 недели, может быть 6 недель жизни, ребенок должен ходить в туалет по большому как минимум 2-3 раза в сутки или после каждого кормления.
Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, были ли у вас проблемы с грудным молоком и как вы их решали. Нам будет очень интересно тоже это почитать. Почему же у мамы, которая изначально может кормить грудью, может пропасть молоко? Грудь работает по принципу спрос-предложение. Если спроса много, грудь будет вырабатывать молока много. Соответственно, если ребенок сосет редко или он сосет некачественно, то есть плохо опорожняет грудь, то молока начинает вырабатываться все меньше и меньше. Наверное, не так много нужно ребенку молока и снижает эту выработку в результате. Но иногда мама замечает, что ребенок беспокоится у груди, он постоянно нервничает, постоянно плачет. И такое беспокойство ребенка у груди не всегда связано с тем, что молока вырабатывается мало. Это может быть также связано с тем, что оно выработалось, но выделяется оно недостаточно активно. На это влияет гормон любви – окситоцин. Если мама уставшая, если она нервничает, если она расстроена, если у нее много стрессов, то у нее будет нехватка окситоцина, потому что адреналин блокирует выделение этого гормона, и молоко, хоть оно и будет, например, вырабатываться, но оно будет плохо выделяться из груди, и ребенок будет нервничать. Поэтому очень важно, чтобы мама старалась отдыхать, старалась высыпаться по возможности, я понимаю, что это может быть сложно, и старалась избегать стрессов. Как вы видите, в организации грудного вскармливания, в кормлении грудью очень много всяких нюансов, которые, конечно, ну, по идее, вроде бы должна знать женщина, и она бы знала это, если бы в семье было много детей, и маленькая девочка постоянно наблюдала за тем, как старшие женщины рожают и кормят детей грудью, это передавалось бы из поколения в поколение. Сейчас, конечно, это не происходит, поэтому где-то эту информацию нужно брать, и желательно ее брать из адекватных источников. Очень часто бывает так, что большинство проблем с грудным вскармливанием возникает, когда вы прочитали какую-то статью в интернете и начинаете следовать этим советам. И, к сожалению, иногда это может привести к плачевным последствиям, и, в общем-то, вы можете закончить кормить грудью раньше, чем вы бы кормили, если бы следовали правильным советам. Для того, чтобы не допускать этих ошибок, для того, чтобы изначально делать все правильно, переходите по ссылке в описании на наш курс «Я мама», изучайте, получайте верную обратную связь и кормите ребенка правильно. Еще есть один момент, который тоже может испугать маму, которая кормит ребенка грудью, это установление лактации. То есть изначально грудь вырабатывает больше молока, чем требуется ребенку. И через какое-то время спрос-предложение устаканивается, грудь начинает вырабатывать столько молока, сколько нужно. Но при этом мама видит, что грудь стала опять же мягче, и она тоже может испугаться. Но не переживайте, если ребенок прибавляет в весе хорошо, как мы помним, мы следим за прибавками, то всего достаточно, значит, ребенок получает достаточное количество молока. В завершение хочу вам сказать, пусть у вас не будет проблем, не будет тревог, кормите с радостью, кормите с удовольствием, больше отдыхайте, и пусть у вас все будет хорошо. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. А с вами была Анастасия Сафина и канал онлайн-школы «Легкие роды», канал, где мы не только учим легко рожать, но и быть счастливой мамой. До новых встреч, друзья! До свидания!